Жители города заметили на фонаре на проспекте Музрукова пчелиный рой, о чем сообщили в редакцию нашего канала. Мы позвонили сотрудникам МЧС, чтобы они убрали насекомых, пока те не причинили вред людям. Специалисты ведомства пригласили на помощь профессионала-пчеловода. Через несколько часов Виктор Категробов аккуратно собирал пчел в раевню. Виктор Николаевич – пасечник с 40-летним стажем и не первый раз спасает саровчан от бездомных пчелиных семей. Рой нельзя категорически трогать, нужно просто отойти от него подальше и вызвать МЧС. Они как бы вроде спокойные пчелы, но если их разозлить, что-то они могут... Если один раз пчела укусила, выделяется яд, и уже весь рой чувствует этот запах и начинает защищаться. Поэтому они могут уже и напасть. Пчеловод собрал пчелиную семью в раевню, забрал с собой. И уже скоро трудолюбивые насекомые будут обустраиваться в новом жилище.